Поклонимся великим тем годам. Итоги конкурса под таким названием подвели в Иванове, в детском саду номер 11. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Воспитанники дошкольного учреждения подготовили большую праздничную программу, совершили путешествия по российским городам-героям, исполнили песни военных лет. Говорят, что младшие школьники мало знают о войне. Я могу сказать обратное. То содержание проектов, которые представлены в этом году, говорит о том, что дети читают стихи о войне, знают песни о войне, читают о войне, рисуют войну. Количество участников конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилось. На суд жюри свои проекты по воспитанию патриотизма у детей дошкольного возраста представили 17 учреждений города. Лучшими оказались конкурсные работы, выполненные педагогами детских садов под номерами 23, 83 и 67. В ходе этого проекта у детей появилась уникальная возможность прикоснуться действительно вживую, реально, к истории родной страны, узнать о подвиге нашего народа, узнать о героизме нашего народа. И реализовать этот проект нам помог поисково-патриотический отряд «Эхо». Сотрудники детских садов, победивших в конкурсе «Поклонимся великим тем годам», провели ряд интересных мероприятий с дошкольниками. Они не только разучивали с детьми стихи о войне и просматривали короткометражки на военную тематику, но и создавали собственные фильмы, навещали ветеранов, а также помогали ребятам мастерить сувениры для участников событий Второй мировой. Любовь Почельникова, Андрей Семволков, РТВ Иваново. Композиторами и поэтами.